информация, ребята. Скоро начинаются кубковые игры. И те клубы, что стремятся туда попасть, сейчас будут набирать такие обороты. Первый удар по мячу состоялся. Игра стартовала. Сесар. Этот перехват ослабит давление соперника. Очень вовремя. И это Аршавин. Аккуратно. Сесар. Это промах. Мяч уходит в молоко. Вратарь живой. Вратарь живой у них и хороший очень. Кайседа? Кайседа, быстрее! Да я бы сел, защиту нам нравится. Сесар. Блядь, долго было. Ребят, соберись, играем хорошо сразу. Не в конце матча, а сейчас. Уже. Кайседа? Нет. Не подстроился, по-моему, игрок под мяч. Или что-то другое не сложилось. Во всяком случае, результат мы видим. Совсем-совсем не точно. Кайседа? И великолепен голкипер! Угловой удар. Ближняя. Стандарты наш шанс. Потому что там хороший вратарь стоит. Угловые всегда шанс хороший. А вот удар. Все еще. Правильно. Но угловой придется повторить. Еще раз. Ближняя. Нет, дальняя. Ну. Хороший момент. Удар. Отлично. Бот. Забыли. Вот добивание. Ну что ж, капитанской повязкой потрясает игрок, забивший гол. Он, конечно, не в камеру ее сует, он просто радуется. Красавец капитан этой команды. Носит повязку по праву. Наман Хагера. Блять, у нас уже 6 ударов. Конечно, ударом никто мяч не уступит. Было 6 ударов? Вышли. Вот, давай. Сесар. Хороший вид. Понимание хорошо, игры демонстрирует. Футболист, мяч перехвачен. Порой действия в обороне отлично, могут вызвать чисто эстетическое себя удовольствие, как вот в этом случае. Блядь, что ты делаешь? Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Хорошо. Рядом со штангой. Ну. Степан. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Подай. Хорошо. Что-то не срослось, что-то не получилось, хотя в принципе идея была неплохая. Перехват в середине поля. Кайседа. Не мне. Кайседа. Давай. Ну и атака завершена. Да, проходило нормально. Перехват. Хорошо. Это уже атака соперника. Эй, арбитр встречи НФЛ Элдерас фиксирует нарушение правил. Что, заброс посмотрим, делать? Как насчет более заброс серьезной на санкции. Давай, чек, ну подай. Давай поправь. Ой, блядь, как обидно. Обидно. Жалко, что промахнулся. Он там вышел так. Офсайд. Отлично. Красавчик кипер. Низом, катни. Низом, катни. Не удержал мяч. Блядь, чекер. Сори. Все, забыли. Кайс, надо было забивать. Okay.
перехвачен мяч, можно отдохнуть. Сесар. Давай. А под страховочку, похоже, запоздала, атака может получиться. Ну, правильно все делал, в принципе. Как бежал, так и бежал. Низом надо было катнуть в последний момент. Ну, в таких самых ситуациях, на остром, когда острый угол, живому низом хорошо идет. Ай-яй-яй, ребята, соберитесь. Да, блядь. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. Кайс, как бежал, в этот бежал. Раз он эту грань приступил. Ладно, парни, надо бежать. Сейчас хорошо играть. И это Аршавин. Бей! Ой, всё, блядь. Залетает в ворота, как и так? Опять равенство в счете. Твою мать. За 36 минут первый момент. И пас был хороший, и реакция на этот пас была великолепная. Гол, я боялся свалить. Склонные, наверное, все положение публика скажут оставить в руках оборону одной передачи. И будут правы. Они поставили автобус. И молодец вратарь, можно даже сказать, что в этой позиции он защитником выступил. Вратарь с головой чувствует игру и выходит настолько уверенно. И это Аршавин. Практически образцовый отбор показал игрок. Сесар. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Сесар. Если пас сейчас показали тренера, ребятки, столько моментов, просто пиздец. Конечно, еще пара таких проб. Не забиваешь ты, забивают и, тебя. Пожалуй, что исполняющие обязанности будут заканчивать этот матч. Мяч отобран в середине поля. Ах ты, блядь, смотрим на Аршавина. Это Аршавин. А ведь смотрелась атака очень остро. Но так обычно бывает. Последний пас, он должен быть самым тонким. Там нарушение было. Смотрим на Аршавина. Киря, ты мне как опытный кипер, скажи, пробить дальним ударом возможно? Что? Пробить дальним ударом возможно такого вратаря? Да. Вот бьет он головой и с головой. Ребята, потеряли. Если это будет идеальный удар. Ну, как всегда, я других не умею. Сесар. Кайс. И вот он удар по воротам. Ну вот, хорошо. И вот такие лучше добивание. Они как раз и кажутся атлетом, который вот этим мощным ударом разряжает обстановку и спасает команду. По разу отличились команды в первом тайме. Такое, а? Везде мы их ебем вообще просто. Хламья. Лоскуты. А вот ощущение, что забивать не получается, тоже громадное. Только один удар, один гол, блин. Перевесит, Вася, а? По-твоему? Да ничего страшного не произошло. Это же всего лишь пристрелка. Первый тайм закончился. Сейчас будет перерыв. Первые выводы. И, конечно уж, если кто-то кого-то обыгрывает по игре, я имею в виду, по ситуации на поле, так и голы будут. Поехали! Начинаем вторую половину игры. Никого из соперников рядом, можно навес придумать пообстоятельней. Ну, чеки. Штефан. Кайсе, да? Сесар. Мяч защитника попадает. Лучше дальними, конечно, не бить. Дальний удар и совсем рядом со штангой пролетает. Чё ты там говорил, Кирилл? Попал бы в девяточку. Забил бы. Говорю, должен быть идеальный удар в девятку. Тогда издали можно. Ну и давай, Аршавин. Ах, как красиво от подката ушел.
Судейский момент. Он сейчас главный в этом эпизоде, потому что свисток это еще не все. Зачем? Я случайно нажал. И это предупреждение. Танго! Вышли, вышли. Вышли, Ахон, куда ты, бля, побежал? Ну и кажется, будто удар не очень получился. Уж больно легко голкипер мяч поймал. А удар-то был неплох. Кальсе, да? Хорош, хорош, разыграем, пока некуда. Давайте. Сесар. Кайс. Аршавин. Первый ход. Хорош. Ну и давай, Аршавин. Так как они мимо-то пробегают? Удар! Суки! Забить и выйти вперед тоже не удалось. Надо забить обязательно сейчас. И мы выиграли. Но надо за. Стоп, 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 стоп. Вдвоем поборитесь. Конечно, даром никто мяч не уступит. Думаю, надо бить и забивать. Ну давай! Да, простите. И просто нужно было забивать сейчас и выходить вперед. Да, слушай. Кайс, ты на подъем. На правый фланг, туда, на дальний. Догони. Давай, изобретай. Пас не находит адресата. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Блядь. Что, а вот что это за дерьмо? Мяч вратарь, но атака не завершена. На чеки дай. Зачем мне назад? Да потому что, блядь, разыгрываем. Вперед не было смысла давать. Парни, в атаке соберитесь. Сейчас надо забивать. Сесар. Поумнее, поумнее. Когда еще представится такой шанс выйти в лидеры? Правильно вступил в борьбу, вовремя мяч забрал. Кальсе, да? Надо дожимать. Думаю, надо бить и забивать. Опасный момент. Англичане когда-то назвали это. В дальний. У нас до конца это понятие не приживается. А в дальний, кстати, забил бы. Угловой. Ахон, ну, да. Он там а в ближнем говорил, сместился. Бросил, вот давайте, ребят, угловой что шанс. Это какой вот это наш шанс. И добивание, пожалуйста. Я ставлю на ближний, убегаю. А с Кайсом меняемся, типа того. Ловите добивание. Да, на ближнюю, хорошо. Ну не ладошкой же его отбивать, все правильно сделал. Да, только что благодаря вратарю счет остался ничейным. 72 минута. Соперник теряет мяч в середине. Кальсе, да? И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок, я практически хорошо в этом не сомневаюсь. Вот момент! Ну! Кайсе, ой, блин! Да что ж такое же непруха, а? Все мимо-то. Столько моментов. У Денчик 9,8, блядь, трейдинг. Из-за боковой будут вбрасывать. Штефан Душа, кип у них реально в порядке. Ну, конечно, куда ты там прикрыл. Кальсе, да? Угол хорошо. Угловой. Так, стой, смотри. Я набегаю на ближний, а потом мы с тобой меняемся, Кайсе. Стой. Давай, меняемся. Очень-очень прилично. Въеби! Блять. Погнали, 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 парня. Давайте поактивнее, все. Сам включаемся. Сесар. Ну, нет. Что ж, у
умение играть не только на ленточке, это тоже составляющая часть игры вратаря. Метнулся вперед и правильно сделал. Сесар. Ох, дернул мышцы. Это 3 недели, если что. Кайсе, да? Давай. Вот шанс забить. И вратарь в этом эпизоде... Ай, блядь. Уперлась атака во вратаря, а они уж думали, что вышли вперед. Дубки. Ладно, забивать. Контра. Сейчас отдаст. Редкий такой случай в игре, когда вроде бы мяч никому не достался и пространства много. Давайте торопитесь. Я ребята. Не понимаю, почему забить не можете. Сколько я моментов. Так. Зачем? Да, вратарь у них очень хорош. Зачем Чекину выждал бы момент? Немножко, да. Это значит, игрок не видит. Накрысить мяч. Не факт, что такие варианты существуют. Как подкошенный футболист падает. Похоже, потянул мышцу. А ведь контакта-то не было. Блять, они не идут на мяч. Ой, блядь, да как так-то? Поехали. Архон, смотри, подожди. Давай. Посчитай. Спокойно. Да. Кайс. Бей! Ой, не. Счет остается равным. Рядом с тобой уже летел мяч. Это разлучный, блядь. Чистой воды невезение. Кстати, что мы проиграли. Конечно, мы проиграли. Мы ебали весь матч. Ничья в концовке турнира обычно означает, что команда... Гайс, ожидайте, за скрин голубь. Все, ужали, да, за скриншоты, Гайс, не забудь. Слышь, Гайс? Кошмар, конечно. Они, наверное, вратаря ждали. Ребята, до завтра. Пока. Счастливо.